Делаем очередную прививку от 104-й племенной матки. Продолжаем свою работу. Делаем прививку. 104-я линия. В этом году мы уже имеем мед от этой линии. 10 июня. По 4 наставки стоит. В этой матке генетика 55 и ВИФ 8. Обычный стандартный бакваст. Посмотрим новую линию. Смотрим одну племенную, далее корпус. Отстроила, заполняет. Вот гнездо. Вот такая племенная. 58-я линия. Это новая линия. Второй год тестируем. Корпус лощины отстроила. Проверим сейчас расплод. Вот так матка работает. Видно, да? Маточка поработала. Расплод в стиле бакваста. Это племенная его матка. Она уже тестирована по 2019 году. Нам на самом-то деле не нужно уже ее так отрабатывать. Вот еще рамка. Также матка работала. Но здесь уже выходит. Вот здесь маточка ходит. Здесь расплод выходит. И маточка засевает. Я зимой ее показывал. Она, вот она сеет. Эта маточка любит работать на камеру. Она сеет. Несмотря на то, что мы подняли рамку. Даем одну мощину. Вот они отстроили. Уже подливают. Четко видно фенотип пчелы. Это Golden Buckwheat Беларусь. Пчела вся ровная. Ну, тем более это племенная матка.
отстроили корпус лощины. Такая пчелка. Вы знаете, мы работаем только над цветом. Остальные ХПП Бакуста передаются с цветом. Конечно, это работа. Работа отбора нужных нам линий. Этот отбор мы делаем только из собственных линий. Golden Buckwheat Беларусь хорошо передает цвет. Все наши племенные матки, проверенные, дают однотонных желтых пчел. Это отстроена вощина. Такая пчелка. Здесь генетика моей 55-й линии по трутню Подсовской Маркина Пьер де Конинга. Матка 5-й генерации. Никакой депрессии инбредной, допустим, в этой линии я не увидел. Вы видели расплод? Вот такая-то пчела Golden Buckwheat Беларусь.